Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискейк. Меня зовут Ирина, я очень рада вас здесь на самом деле видеть. Большое спасибо, что вы заходите, смотрите мои видео. Мне это крайне очень приятно. Сегодня у меня будет опять расхламление. Мы сейчас собираемся домой, и я решила то, что, собственно говоря, мне не нужно с собой вести пустые баночки. Я сейчас вам быстренько покажу их вот в таком формате. Надеюсь, вы меня простите, потому что я сейчас в таком кипише нахожусь. У меня настроение и радостное. Я вся на суматохе, чтобы все-все-все забрать из этой квартиры. В общем, хватит болтать, давайте поговорим о пустых баночках. Сегодня, сейчас я буду показывать вам пустые баночки именно хозяйки на заметку, что у меня успело закончиться за тот последний промежуток, когда я вам снимала пустые баночки в этой квартире. И если вам интересно такого формата видео, конечно же, давайте начнем смотреть. И я вам сейчас быстро все расскажу вкратце. В общем, первое, что хочу вам показать, это фэри для мытья посуды, сочный лимон. Девочки, вот скажите мне, зачем компания фэри сняла с производства, снимает с производства вот этот вот формат, вот эту вот формулу фэри? Потому что, ну, на самом деле бюджетный, замечательно смывающийся, круто пахнущий и не сушащий кожу рук фэри, вот этот старичок, мне кажется, его не нужно смывать, его нужно убирать с производства, его нужно оставлять, потому что я сейчас вот за этим форматом гоняюсь во всех магазинах, и если я их вижу, я их покупаю. На самом деле я им пользуюсь везде и всюду, вымывает все классно, хорошо пенится и действительно экономит бюджет, и вообще классное средство, могу смело порекомендовать, если вы в поисках. Следующее средство для мытья посуды, и это, знаете, безумный контраст. Мне нужно, у меня закончился, когда вот этот фэри, мне нужно было взять просто средство, тут его еще чуть-чуть есть, Пемолюкс, сода 5 эффект с лимоном. Мне было безумно интересно узнать, стоил он 50 рублей. По-моему, 50-49 в магазине. И могу вам сказать, это безумно жидкий. У них здесь такая очень интересная крышечка. Неплохо пенится, замечательно пахнет лимоном. Но, девчонки, он настолько жидкий, мне его хватило на полторы недели, этих 450 миллилитров. Он дико смывает загар с кожи рук, поэтому если вы бредите за кожей своих рук, одевайте вообще перчатки вот с этим средством, но его невозможно дозировать, его надо, наверное, если, в принципе, неплохо пенится, неплохо очищает поверхности, но могу сказать то, что нужна какая-то здесь помпа-дозатор с минимальным выходом количества, потому что дико жидкий, дикий расход, и, ну, вот так вот на каких-то вот, знаете, вам, если выйдет на отдыхе, и вам нужно средство, которое будет стоить недорого, и вам нужно будет его прикончить, потому что, ну, нет каких-то маленьких упаковок, да, там, для поезда куда-то. В принципе, можно его взять, могу сказать так, но восторга, конечно, не вызвал, дико жидкий, быстро расходуется. Следующее, что я хочу показать, это Чистин. Покупала его в фикс-прайс, универсальный, 8 в 1, содержит активный хлор. Девочки, идеальная бутылочка, я ее не мыла. Очень мне понравился, 750 миллилитров, и можно мыть все, мне кажется, вообще все. Я им мыла сантехнику, я им мыла кафельный пол в этой квартире. Я вам быстренько покажу, наверное, сниму ром-тумбр по этой квартире, где мы сейчас находимся. Точнее, с которой сейчас уже съезжаем. В общем, можно помыть все только в перчатках. Покупала в фикс-прайсе, по-моему, за 50-55 рублей. Неплохое такое средство, и хорошо убирает ржавчину, девочки, неплохо дезинфицирует. Следующее, что я хочу показать, давайте я вам быстренько вот эти вот штуки, которые у меня здесь их в огромном количестве, мне кажется, закончились. Это салфетки от фирмы Коте, которые я покупаю постоянно. Сейчас цена на них в фикс-прайсе выросла, но несмотря на это, я их все равно беру. Использовать можно как гигиенические салфетки для ребенка, не будет, кстати, никакого раздражения, и можно вытирать руки, в общем, можно использовать их, что называется, их хвост и в гриву, можно вообще ими вытирать везде и все это засунуть, они у меня везде, на самом деле, классные салфетки, хорошо пропитанные, и ничего плохого после них не остается. Некоторые салфетки, кстати, вызывают на моих руках такое, знаете, ощущение жжения и зуда, эти салфетки ничего не вызывают.
Что у меня закончилось? Закончился вот такой вот порошок «Сила цвета» «Автомат Color». Здесь его было 1,5 килограмма. Покупала его в «Магните» по акции. Он стоил там 169 рублей. Я думала, что мне его хватит до момента уезда домой. Но нет, он дико расходуется. Но в плане очищения белых вещей, но он как бы тут не заявлен, собственно говоря, он не очень сильно очищает, к нему нужно какой-то отбеливатель добавлять. Для цветных вещей тоже как-то не заметил, что они как-то стали ярче. Но такой, знаете, непосредственный какой-то, посредственный такой порошок, быстро расходующийся, и нет, не впечатлил. Следующее, что хочу показать, это просто безумно огромная упаковка туалетной бумаги от Zeva Deluxe. Деликат Кара. В общем, нравится мне туалетная бумага Зева. И, кстати, лайфхак, девчонки, если вы едете куда-то на отдых, и вам не нужно, вы не хотите брать с собой кучу полотенец, точнее, кучу каких-то там бумажных полотенец, либо еще чего-то, но у вас чувствительная проблемная кожа и склонна к высыпаниям, и нам категорически противопоказаны какие-либо обычные полотенца, я лично пользовалась, брала один рулон из этой упаковки и просто вытирала им лицо. Да, ну, блин, что делать, как-то вот так у меня получилось. Очень сильно нравится туалетная бумага от Зева. Экономит бюджет и замечательно работает, хорошо работает, оправдывает свои деньги. Следующее, что я хочу показать, еще одни салфетки. И вот средство, которое меня удивило. Две взяла упаковки, в общем, его... Полная стоимость 100 рублей данного средства универсального для стирки. Я его покупала за 30 рублей, девчонки, купила 2 штуки и лила его безбожно много. То есть мне одной вот этой вот упаковочки хватило на стирку, на 3 стирки по 4 килограмма белья. То есть получается 12 килограмм белья у меня вот этот вот гель ушел. Что могу сказать, девочки, классно отстирывает, и если я успею, я возьму себе еще хотя бы 4 упаковки, потому что вот это вот средство за 30 рублей, да, то, что я купила, добавила вот это вот шарами, девчонки, вот это вот хватает на 6 килограмм белья, вот этих вот сашетков от Шарами. В общем, белые вещи стали действительно белые. Вот с этим вот актив гелем и вот с этой вот штукой мне очень сильно понравилось. А вот так вот тоже он неплохо отстирывает белые вещи, этот гель. Замечательно освежает черные вещи, неплохо отстирывает. То есть он не выстирывает сам цвет. Очень сильно мне понравился, кстати, этот гель. И я еще раз говорю, я его обязательно возьму. Если в ваших магазинах продается фирма BioActiv, вот такой вот универсальный гель, обратите свое внимание, на акциях очень круто пенится. Дополнительное полоскание, конечно, нужно, чтобы выполоскать его полностью. В общем, я осталась, девчонки, от него в диком восторге. Не знаю, там... Может быть, он не супер, там, знаете, какой-то экологичный, но он хорошо-хорошо отстирал, и мне понравилось, девочки, действительно понравилось, я была очень сильно удивлена. Ну, мой просто фаворит всех времен, это Шарами отбеливатель, сияющая белизна. Здесь я купила в сашетке, нужно было просто простирать рубашки. И закончился, по-моему, это все последнее, да, у меня... Закончился Вернель, ароматерапия. Очень сильно люблю кондиционеры для белья Вернель. Аромат розы я не очень сильно люблю, но за то, как он работает с бельем, насколько мягкие полотенца, как приятно пахнет потом белье, постельное белье, полотенца, те же кухонные полотенца. Я ему прощаю этот аромат розы. Апельсин я здесь совсем не чувствую. Я здесь чувствую только розу. Очень сильно понравилось. И я люблю, как вы знаете, кто меня смотрит, кондиционеры Вернель. И я не готова им сейчас изменять. Если я найду в разы лучше этого кондиционера, я, конечно же, куплю. Но сейчас из всех кондиционеров, которые есть на рынке, которые представлены Вернель, мой безусловный фаворит уже на протяжении долгого-долгого времени. Очень-очень сильно нежно его люблю. Ну вот, девчонки, там осталось уже... Немножечко другая штучка, это уже косметическая. Вот, все, закончились все мои пустые баночки. Хозяйки на заметку. Если данное видео вам интересно, конечно же, поддерживайте меня пальчиком вверх. Если вы чем-то пользовались и у вас осталось какое-то мнение, конечно же, пишите свои комментарии. Но если, в принципе, вам просто нравится такого рода видео, продолжайте смотреть, я их для вас буду снимать. Желаю вам хорошего настроения, хороших выгодных покупок. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Пока.